Друзья, всем привет! С вами Анжелика Ванштейн. Благодарю, что вы смотрите мой канал. И сегодня я беру интервью у партнера нашей компании, у Марины Бондаренко. Мариночка, привет! Привет, Анжелика! Здравствуйте все! Меня зовут Марина Бондаренко. Я сама родом с Украины, с города Сумы. Вот немножко хотела вам как бы рассказать о тех капсулах, которые я употребляю. Но, собственно, не буду приукрашать и врать. Я новичок, да, и капсулы употребляю буквально дней 6, так как таковых у меня нету еще результатов, но сразу после второй капсулы я почувствовала для себя прилив такой, знаете, сил. Ой, я еще тем более как мама двух маленьких деток очень умариваюсь. Вот, и благодаря капсулам, вот, как бы, собственно, такие минимальные, но результаты уже есть. Также капсулы употреблять начали мои родители, которые тоже вот не верят, но моя задача как дочери была их просто заставить это делать. Вот, и они начали тоже это все пить, и будем делиться в дальнейшем нашими всеми результатами. Все понятно, здорово, Мариночка. Возможно, еще какие вопросы? Марина, а ты вообще, вот я поняла, что ты решила строить бизнес, да, с компанией Bepic? Да, именно так. Да, а в какой школе ты обучаешься, расскажи, пожалуйста. Анжелика, я вот изначально, как пришла, обучалась в одной из школ, да, как говорится, не будем сейчас ее рекламировать, но с первых дней меня завели в один прекрасный, скажем так, чат, и сказали, что этот чат очень тебе поможет. Ну, я как бы, знаете, как новичок, я человек, собственно, дублицируемый, и начала слышать, и поняла, что есть какая-то школа, нас не догонишь. Ну, собственно, как новичок, я еще, наверное, тогда не знала, что это вообще такое, да? Я начала посещать эти школы. И, простите, и как человек, который уже в сетевом второй год, то есть я уже проходила не одни платные курсы, и для меня это был большой шок. Честно скажу, большой шок. Почему? Потому что, собственно, здесь даются насколько грамотные знания. Ну вот действительно, наверное, название «школа», оно подходит. Потому что мы здесь превращаемся в учениц, мы записываем все, как говорится, под запись, да, и главное все применять. И что мне еще, вот, Анжелика, здесь нравится, что школа дает не воду, как говорится, да, а 80% теории. И это, я считаю, что для людей, которые строят бизнес, это очень и очень важно. То есть есть вот эта вот определенная система, да? Система дубликации, да. Система. То есть это, ну, я считаю, это залог успеха на 100%. Если слышать, слушать и дублицировать именно те знания, которые дает нам наш уважаемый спикер. Да, я с тобой полностью согласна. Скажи, пожалуйста, вот это видео будут люди смотреть, да? Как говорится, у нашего канала, да, и вообще у нашей системы нету целевой аудитории, потому что к нам все подходят. И поэтому, что бы ты могла пожелать людям, которые будут смотреть это видео? Что бы я могла пожелать? Ну, впервые это то, что верить нужно в себя, только в себя, не опускать руки, потому что люди, которые приходят в сетевой маркетинг, они должны понимать, что результат не приходит за день, за два и даже за два месяца. Нужно постоянно обучаться, нужно верить в себя, нужно ставить определенные цели. Это главное, я считаю, в бизнесе поставить цель и четко двигаться к ним. А уже в этом помогают нам наши уважаемые спикеры, команда. Ну, вот как-то так, Анжелика.
Все понятно. Благодарю тебя. Еще хотела бы сказать, у меня есть тоже такое интересное, я люблю вот это выражение, да, Черчилль сказал, успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Поэтому, друзья, берите свою жизнь в свои руки и давайте вместе с нами. Это классная компания, у нас суперпродукт уникальный. И нас всех ждет здесь успех. С вами были Анжелика Ванштейн и Марина Бондаренко. Мариночка, спасибо тебе, всех благ тебе, больших высот, с наступающим Новым годом и всего тебе самого хорошего. Благодарю тебя тоже, милая, всего самого-самого хорошего. Благодарю. До связи. Пока-пока.